послушный конец света. И не ушел. Совсем другой. Ушел жарко. С меня прямо капли. Дорогие мои друзья, восславим наших матерей, простых плакатных женщин. Их подвиг эром не стереть, он как Россия вечен. Восславим наших добрых мам, заботливых и милых, и тех, кто жив на радость нам, и тех, кто спит в могилах. Восславим тех, кто нас сберег в кошмарной круговерти, в аду обстрелов и тревог, в тисках голодной смерти. Кто город сердцем согревал, кто детям и отчизне без колебаний отдавал и хлеб, и кровь, и жизнь. Восславим наших матерей, святых блокадных женщин, России гордых дочерей, чей подвиг нам завещан. Сейчас будет прозвучать произведение, вы руководите все время, да? Давайте, поднимайтесь, ну, пора уже. Нарушайте собственное все. Что вы хотели сказать? Крышку опустить? Евгений, будьте любезны, опустите крышку. Директор неистовствует. Так вот, чтобы не было раздора между вольными людьми, сейчас выйдет на сцену солидный мужчина, который имеет на вас влияние, и он вам все скажет, что он думает вот про мамины произведения, произведения, которые посвящены мамам. Прошу вас, Савелий Шаймов. И не только. Дорогие замечательные женщины, дамы, мамы, бабушки, дочери, племянницы, внучки. Вот. Я ехал тут 2 дня назад в такси. Шофер включил какой-то канал. И по этому каналу звучала вдруг песня, которую я слышал в своей юности, которую вы, конечно, помните. И последний куплет, который там был, «Здесь даже солнце бы не стояло, когда бы не было меня». Вот. Не было бы ничего, если бы не вы. И детей наших, и счастья нашего, и работы нашей. Ничего, все на вас. Мы очень часто доставляем вам неприятные минуты, мы почему-то ходим на работу, имеем наглость приходить усталыми, а вы все это должны терпеть. Спасибо вам за это, счастья вам, здоровья, чтобы все складывалось. Как сказал один известный человек, но вы держитесь. Спасибо. Теперь я представлю Артема. Сегодня у нас совершенно необычный концерт «Бют». Сегодня вот эти вот оба молодые исполнители играют на сцене первый раз. Артем начал заниматься в сентябре, впервые взял в руки скрипку. Вот. Его тетя, она играла здесь когда-то, сейчас она в Швейцарии. Преподает, у нее 50 учеников, нормально, да, по немецким понятиям нормально, и по швейцарским тоже. Вот, а Артем очень живой молодой человек, пока он еще машет маме. Сколько ему лет? Вот. 6 лет? 6. Мама сидит. Может, ты хочешь поздравить? Поздравить народ. Поздравить. Девок, женщин. Поздравляю вас. Любви и счастья. Вот так вот. Многообещающий мальчик. Пока что он обещает сыграть 2 пьески. Первая называется «Мамин праздник». Как раз вот мы успели к этому дню. И вторая пьеска, вам очень известная по ансамблю «Мзиори», называется «Неваляшки». Первое исполнение. Артем Мишкутенок, 6 лет, Ярослав Семенов, старик. Итак, прошу вас, поздравляю. Поклонились. Артем, ты сегодня плохо ходил. Раньше на репетиции хорошо плавился. Сейчас настроен. Как ты умеешь плавать? О, а уже получше. Первый раз. Представьте себе, что вы вот первый раз на сцене. А? Каково? А заодно посмотрите, как мы это делаем.
Вот именно. Смотрите, прямо. Класс.